Перед тем, как вы узнаете дату выхода новой серии всеми полюбившегося турецкого сериала «Кольцо», хотелось бы рассказать вам немного о ней. Джихангир и Каан ушли от Ильхана и создали свою собственную команду. Отныне они внутри «Кольца». Они решительно настроены использовать новые возможности раскрыть тайны прошлого. То, что Терзи в руках полиции создает большую опасность для «Кольца», Джималь и Бахар стараются выяснить что-нибудь у Терзи, а в то же время до него пытается добраться и кольцо. Эта ситуация всех подвергает опасности. Кольцо все свои силы направило на поимку Терзи. Данное положение подвергает опасности всех новых и старых членов кольца. Уже совсем скоро все любители турецких сериалов смогут насладиться новой серией турецкого сериала «Кольцо» на русском языке, которая появится на ваших экранах уже 26 марта. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео. До скорой встречи!